Предвосхитила такую встречу. Я приглашаю на сцену человека, который меня в свое время вывел на сцену в рубиновой атаке, научил играть на барабанах. Это Володя Рацкевич. Сыграл и спел три песни. Вот эти две песенки мы вам сейчас покажем. Так что я предложил Троицкому, я говорю: Троицкий, хочешь поиграть с рубиновой атакой? Он сказал: почему бы и нет? Что-то совсем не детское, а
на стихи Велимира Хлебникова. И что характерное сочинение 1914 года, то есть начала Первой мировой войны. И у нас, наверное, самые известные песни того периода, примерно на ту же тему, это песни Вертинского по поводу того, кто послал их на смерть с дрожащей рукой. Это то же самое, но по-хлебниковски, да, то есть там так все по затейливе изложено. Мы забыли представить еще одного участника. Это Андрей Шапирев, который помогал нам в работе на этой пластинке. Да, друг Красмейка. Знаменитый музыкант. Да, это лучший русский исполнитель на традиционных американских инструментах. Группа «Гроссмейстер» тоже очень советую послушать и скачать все такое прочее. Так, это мне звонит жена, так интересно. Может быть, именно поэтому и любят. Так, ну что?